Святое пламя трепетно горит, неугасима память поколения и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, вспомним на мгновение, кого... То есть была полностью сделана реставрация иконостаса, старинной древней иконы, непосредственно вот преподобная Сергия Радонежского, которая была освящена на мощах. Тризина, вот специально сделали, чтобы люди подходили, молились, вот именно. Кто не может съездить в лавру, приложиться к тем к мощам, есть, они могли это сделать здесь. А вроде как украшенные иконы, то, что люди с благодарностью подходят, благодарят преподобному Сергию Радонежскому. Нет, росписи, нет, да? К сожалению, нет, то есть внутреннего братства еще. Финансирования на росписи не хватило. Давайте поближе к иконостасу, давайте, да. Обратите внимание. Инвалида ребенка выделяется 20 тысяч рублей. Причем мать, воспитывающая своего ребенка инвалида, получает 6 тысяч рублей. А сам инвалид, ну, человек, который является инвалидом, ему только полагается 1200 рублей. Человека-инвалида, то есть достигшего совершеннолетия, и, скажем, те меры социальной поддержки по ребенку-инвалиде, который усыновлен кем-то, она разная, это правда. То есть диспропорция есть. Но есть меры социальной поддержки, которые устанавливаются на федеральном уровне, и в данном случае как раз вот 1200 рублей с пенсионного фонда – это как раз меры федеральной поддержки. А 20 тысяч рублей ежемесячного поддержки для ребенка инвалида-сироты, это то, что мы установили у себя на своем региональном уровне. По мере возможности, я понял, так сказать, проблемы есть. Еще раз говорю, мне нужна статистика, надо понимать просто. Для справки, 95 человек у нас в районе. У нас бюджет дефицитный, в принципе, весь дефицит, который у нас формируется, он у нас идет на четкие, понятные направления. То есть, прежде всего, это переселение из аварийного жилья, мы финансируем за счет дефицита, а также меры по социальной поддержке, по демографии, то, о чем мы здесь докладывали, приобретение квартир детям-сиротам и, соответственно, в том числе это средства, которые мы направляем на первый взнос для тех людей, которые проживают в аварийном либо ветхом жилье, которое не попало в план переселения. То социальное такси, которое мы на сегодняшний день запустили, дает хорошие показатели. Скажем, если для Плавского района такой вопрос стоит, посмотреть, может быть, купить машину, как социальное такси, разместить ее здесь для того, чтобы мы могли... Нет, надо просто посмотреть. И без различия и равнодушия. Значит, тогда таких чиновников будем освобождать от должности. Будем освобождать до тех пор, пока не будут нормальные, неравнодушные люди. Что касается остальных вопросов, эти вопросы, они должны решаться системно. У нас есть программы по поддержке людей разных категорий, то есть, и вы обратили внимание, что бюджет Тульской области, он бюджет социально направленный. То есть у нас более 70% это средства, которые направляются на социальные, прежде всего на социальные программы. Сказали, что у нас не будет школьный автобус. Вот, сказали, что возить не будут. На ноябрь месяц мы себе брали для того, чтобы просчитать, какова у нас загруженность и по времени успеваем ли мы или нет, потому что у вас не так много 36 детей. 36 человек. Так, секунду, ты у нас заслуженный человек, давай в чиновника-то не превращайся так быстро на самом деле. Если Александр Васильевич не может организовать нормальный разворотный круг, место для стоянки и так далее, значит, делайте это, как всегда делали, да? Но возить людей и собирать нужно. Давайте так договоримся. Когда вы запустите школьный автобус? 1 декабря. Посмотрим. Нет, возьмем на контроль этот. Хорошо. Мы будем стараться все те вопросы, которые вы поднимаете, не отписываться и не отмахиваться от этих вопросов, а решать их по существу. Поэтому вам спасибо и до доброй встречи. Счастливо.